Здравствуйте, на библейский портал «Экзегет» поступил вопрос. В чем причина всех бед в России? Конечно, региональность бед, она не очень адекватная оценка. У нас, в принципе, в нашем падшем, греческом мире не очень уютно. Сатана низвержен с небес, как молния, но тем не менее ползает по земле и жалит в пету. То есть людей к страстям, грехам направляет. В принципе, мир страдает от греха. Как апостол Павел говорит, вся тварь стенает и мучается. то есть все творение страдает из-за грехов человека. Да, то есть и то, что, например, урожай меньше уродился, да, и голод начался, или санкции какие-то вели, и нефть там уже не столько стоит, это тоже, в принципе, последствия грехов рода человеческого. Тем не менее, нам важно видеть некоторую духовную подоплеку и уже не пытаться исправить, ой, весь мир, а пытаться исправить, ну, понемножку, исправить себя, исправить, да, вот свою семью, исправить свой приход, свой город, ну, и, конечно, любовь наших к своей стране тоже христианское чувство. Так вот, здесь, однако, посмотрим, что же Господь э, говорит своему народу, своей стране, в которой он как человек родился. Евангелие от Матфея, 13 глава, 15 стих. «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышит, и глаза свои сомкнули, да не увидит глазами, и не услышит ушами, и не уразумеет сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Господь дал величие нашей державе и распростер ее границы, дал природные ресурсы, из маленького государства, разделенного на удельные княжества, вечно воюющие между собой, сделал великую империю. Из диких языческих племен, которые письменности не имели, и каждый верил в своего эстукада, да, возвиг могучий народ и опять же из государства страны, которая постоянно была под ударами различных кочевых племен, и люди выживали, и там на не очень плодородной земле вынуждены были пахать, потому что плодородные земли все время под ударом кочевников были. Господь отделил богатейшими природными ресурсами. Собственно, вот этот вопрос, в чем же причина всех бед, когда столько дано? Но если столько всего дано, то проблема всегда у нас одна — дураки и дороги. Но вот как раз тут речь не о материальных вещах, а о духовных. И как раз человек, который, имея вот все такие материальные возможности, но не пользуется дорогой по пути к Христу, потому что Господь говорит, я путь истинной жизни, и кто не идет к Христу, то уже, конечно, беды сваливаются. Конечно, не все могут быть святыми, не все святые, Господи говорит, много званных, мало избранных. Но вспоминаем даже, как Авраам за Садом и Гамору спорил с Господом, говорит, Господи, ну вот если там останется столько-то, столько-то, сколько, но если хотя бы 10 праздников останется, ну что ты, Господи, не пощадишь, и 10 праздников не нашлось. Да, наша страна не уничтожается. Да, это мы были на волосок и на уничтожение нашего государства, нашего народа в 1941 году, когда были жесточайшие гонения на церковь совсем недавно, храмы были разрушены, священники убиты. Когда вот весь этот ужас был, конечно, вот Господь, правда, смотрел, а есть ли праведники на русской земле? Может, уже и не осталось. Новомученики на небесах уже все, а здесь кто, вот, кто остался? Предатели только, кто от Христа отступил. Но вот Господь берет и все равно долго терпит. А Садом и Гамор уже 10 праведников не хватило. Так и сейчас у нас все-таки не такая аховая ситуация. Не столько у нас бед. И все-таки это залог того, что кто-то молится. Кто-то молится, и Господь по молитве одного праведника всю страну сохраняет кто-то молится, да, там, 10 праздников, 20, там, может, 100 тысяч человек, может, мы, они рядом с нами в храмах стоят, а мы не понимаем. Может, даже и нашу молитву, может, мы-то люди грешные, но хоть иногда а у нас хоть немножко вот некоторые и добрые, и вечные, и искренние что-то Господу обращается, и Господь нашу страну все-таки сохраняет. Но тем не менее, если мы посмотрим да, и на какие-то вот и пьянство, и на воровство, и на грубость, да, вот это какой-то царит, это же не черта нашего народа. Да? Наш народ, народ, богоносит, а это как раз его искажение. Искажение, которое э, все портит. Господь вот говорит, ну, тут же вроде очевидно. Возьми, забрось вот этот порог иди так. И очевидно, но зачем ты берешь там что-то там разграбил, ой, вообще, значит, не все, себе набрал. Будет твое стоять, но будет же в таком ужасном окружении, никакого удовольствия нет. Да, вот сплошная беда, беда, потому что Господь рад исцелить, Господь рад помочь, и всей нашей стране рад помочь. Но если люди к нему не обращаются, Господь эту помощь не навязывает. Тем не менее, можно сказать, ну вот, все-таки я стараюсь, я к Господу иду, а почему же все равно не получается. Да, когда ты плывешь против течения, действительно тяжело. Но сдаваться не стоит. Здесь бы я посоветовал обратиться к посланию апостола Павла, ко второму пославению, к его возлюбленному ученику, апостолу Тимофею. И прочесть там вторую главу, 12-13 стих. «Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Господь от нас не отрекается. Господь любит Россию и русский народ. Но если мы не терпим, мы говорим, ой, Господи, ты скорби нашей стране послал, да еще там по грехам других людей, и от Господа отступаем, то мы пополняем число грешников. И Господь еще с большим правом может какие-то беды, и злоключения на судьбу нашей Родины накладывать. Тем не менее, если же мы спасаемся. Если мы идем к Христу, мы следуем, да, вот как Серафим Старушки говорил, стяжи дух мирен и тысячи вокруг тебя спасутся. И вот пытаемся стяжать дух мирен, то и вокруг нас людям становится легче. И поэтому начни с себя и поменяется вся страна.